Ну привет, Кисуда. Вы куда лезете, дамочка? Машина, знаешь, сколько стоит? Моему другу, воспитателю в детском садике нужна девушка. Это человек, у которого идеальный характер. Шпагат, 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 шпагат. Блин! Вот она. Ай, здесь падай сюда, ну. Ну, блядь. Ну, что ты, со замком не владеешь, что ли? Нет. Замочки надо аккуратненько. Любит нежность. Ну, привет, Кисуда. Че, как ты вообще? Нормально. Красавица какая-то. Нарядилась. Че, куда нарядилась-то? Гуляю. Все, гуляю. Ну, сегодня суббота. Мы с тобой договорились встретиться. Ты для меня нарядилась. Ну, ты опоздал просто. Любишь плохих парней? Честно. По настроению. В смысле по настроению? Ну, так. Сегодня я могу быть твоим бэтбоем. Так ты куда, блядь? Вы куда лезете, дамочка? А вот не пропусти. Аварийная ситуация создается на дороге. Знаете, сколько машина стоит? Ты чё, куда ты, мать? Машина, знаешь, сколько стоит? Любишь ездить верхом, малышка? Давай, давай перефразируем, зайчик. Как часто ты ездишь верхом? Не часто, на Рубинштейне. На Рубинштейне? Да, там знаешь, сколько лошадей? Там кони породистые ходят, да? Да. Как думаешь, что я хочу? Не знаю, поехать покушать. Ты ноги мыла себе? Точно? Воняет что-то. Да. Ты можешь сейчас проверить, точно не воняет ли у тебя? Просто потом пиздец в машине, запах какой-то неприятный, честно говоря. Я даже немного шокирован. У меня конечно. Даже духи есть с собой. Ну, блядь, не надо еще сюда духи. Ты знаешь, как посрать, потом взять в туалете и воняет говном. Я чистенькая, но могу проверить. Чистенькая? Блядь, ну вонище пиздец. Ну, от тебя же... Вот ты ботинок сняла... Ёбаный насос. Че ёбаный насос? Да, завоняло. Ага, конечно. Ты колготки когда последний раз стирала? Так, ты, может, расскажешь про себя? Слушай, ну я успешный. Я заметила. Хороший. Я успешный, да, очень успешный. Вот. Мой успех, он настолько успешен, что я, честно говоря, не знаю, есть ли успешнее, чем я. Ты очень скромный. Нет, я успешный. Ты что, тупая? Ты 3 раз сказал, я успешный. Я маркетолог. Маркетолог? Да. Продай мне себя сейчас. Я сегодня отдыхаю. Заткнись. Продай себя, пожалуйста. Если что, заткнись. Я не тебе говорю, у меня еще наушник в ухе. И мне иногда мой водитель говорит, что он едет в мою сторону. Блять, это пиздец. Продай мне сейчас себя за... Вот у тебя есть минута, чтобы продать. Ты маркетолог. Давай. Вот так, чтобы я захотел. Давай. Прям. Я кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Ты гнешься? Занималась 10 лет. Да, серьезно? Ты гнешься? Я гнусь. Сядь на шпагат, пожалуйста. Где я тебя тут взяла? Мне похуй. Удиви меня. Шпагат, 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 шпагат. Кисуля. Да. Че? Я хочу увидеть. Ну, здесь я не могу. Давай. Блять, извини. Приятного. Так, ботинки свои нахуй только сними, чтобы ты тут не испоганила мне сиденье. Ты реально сядешь на шпагат? Блин, я же... Смотри. Я что, пиздоболка, что ли? Молодец. Нихуя ж себе, блядь. Погоди, погоди, блядь, мальчик. Хуя ж, блядь, аж шпагат сел, блядь. Ты в натуре пушка, блядь. Смотри. Погоди. Слушай, а что-нибудь еще можешь? А вот на такое можешь захуячить? Да. Уа, как Джеки Чан. Уа. Средний, что ли, шпагат? Да, средний. Как Джеки Чан. Ох, нихуя себе. Смотри, я сейчас просто хочу остановить этот болид. Угу. И просто хочу, чтобы ты меня поцеловал. Правда? Нет, блядь, выдумка. Тупой вопрос. Заси уже меня жестко. Это чего? Луком воняет. Ну да, я ела, что. Ты что, ебнулась, что ли? Нахуй ты перед свиданием лук ебашишь, ты, блядь, больная, что ли, я вообще? Я вчера ела, А что, у тебя зубы надо чистить? Ты меня обтираешь. Блядь, малая, ну ты пиздец даешь, тоже, блядь, луком, нахуй, объелась лука, пришла на свидание. Ты что, ебанулась, что ли, блядь?
Какого хрена ты, блядь, лука обожралась? На самом деле проблема не в луке, кис. В чем? На самом деле я пригласил тебя сюда, знаешь, зачем? Зачем? Моему другу, воспитателю в детском садике нужна девушка. Я хочу, чтобы он с тобой сегодня сделал что-нибудь. Ну, вы там, с ним что-нибудь. В смысле сделал что-нибудь? Ну, вы с ним что-нибудь там придумали. Ну, я вообще-то с тобой увиделась. Ну, он понравится, знаешь, я тебе просто в трех словах его презентую. Это человек, у которого идеальный характер, он не пьет, не употребляет наркотики, он спортсмен, красавец. Его речь, постановка его речи – это просто упоение. Я начинаю лишь спать, дело не в деньгах, но дело в том, что мне нужны деньги. Когда его слушаешь, ты, ну ты прям прикасаешься к седьмому чуду света. Это человек, которого просто обожают девушки, и у него очень и очень много денег. Ну как? Ну, не знаю. Понравится он мне или нет. В смысле, блядь, не знаю, нахуй. Тебя что-то расспрашивать, что ли, будет? Конечно. Если, например, я заплачу тебе денег, и ты подыграешь ему, ты будешь ему разрешать делать с собой все, что угодно? Не идет. Кис, ну, полтинник. Ну ладно, давай полтинник. Да, брат. Брат. Ну чё, я подъехал, у меня для тебя есть подарочек, спускайся. Чё, я вылетаю, чё, давай, брат. Давай. Брат, ну то есть неужели, как я думаю... Здорово, родной. Здорово, дорогой, давно не видел. Привет. Мне даже заинтересно, вот увидел её на... Это Кристина. Кристина, это... Что ты? Кристина. Как? Настя. 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 Хорошо, Настя. Мариса Барбарис. А, Марис. Марис? Марис. Какие не русская, что ли? Маша, можно Маша? А, Маша. Все, это Корней, брат. Маша. Так, брат, а ну, для чего ты меня позвал, я так и не понял. Я хотел сделать так, чтобы, понимаешь, Маша просто мне написала, да, в социальных сетях, что ты ей очень нравишься, и она просто стесняется так, тебе сказать на нее, об этом. Если я ей нравлюсь. Не, она шикарна. Она шикарна. Шикарна. Слушай, мягенькая. Только единственный, знаешь, минус какой, брат? Какой? Будь аккуратен. Вот с ней реально надо говорить. Во-первых, у нее ноги гоняют. Да? Ноги, блядь. Можно жестко ее за ногу брать, нахуй. Просто жестко. А трусики с нее можно будет потом снять? Подожди, я хуй знает насчет трусиков, но ноги у нее воняют так, что это просто пиздец. Да, я ну, сниму, блядь, мне же ну, трусики главное. Короче, панталоны вот эти только скинь с нее, потому что она, видимо, забыла их постирать. Реально, ну, такая оплошность. Одела, думал, он свеженький. Реально, если серьезно, девочка красивая, брат, на самом деле. У нее вообще, смотри, какая. Остался отмыть, и все хорошо. Да, у него волосы, дай понюхай. Друзья, давайте просто я не буду вам мешать. Представим, что я сегодня вас просто повожу по городу, а вы посидите, пообщаетесь и, возможно, что-то придумаете. Хорошо, давай, малышка, садись назад быстренько. Крат, спасибо за подарок, братан. Он же кайфует, братан, отдыхай. Мне кажется, новая девушка давно уже должна была появиться. Так это правильно, это мой подарок, я его впоследствии забираю вообще себе, правильно? То есть? Ну, вам на самом деле, ну, как вы уже договоритесь со Светой? Ну, если это подарок. Подарки, братан. Да я забываю, как тебя зовут. Как зовут? Никак. Подарки хранятся же долго. Я сам забыл, как ее зовут. Ну ладно, я ее буду называть подарок. Ну, Марина, Марина. Ну, Маша. А, Маша, Маша, Маша. Ну все, я буду к ней нежен, ласка. Переходим к следующему заданию, друзья. А, Корней, чтоб ты понимал, а у нас Марис была гимнасткой, да? Да, я уже понял. Это... А ты у нас боролся с борцами. Да. И я хочу реально, чтобы ты выяснил, у кого все-таки упругий грудь. У борцов или у гимнастов? Корней, значит, должен сейчас произвести экспертную оценку, у кого же все-таки грудь сильнее, бро, и упруги. Нет, у борцов или у гимнастов. Поэтому ой, предлагаю начать, и тебе приятно, и мы поймем наконец-таки. Да? Ну, давай, это мне в натуре сейчас покажут. Блин, брат, ты волшебник какой-то. Просто я в шоке, слышишь? Я просто... сам немножко растерян, блядь, хоть я и цепной пес. Просто Настя действительно хотела понравиться тебе. О, барабанная дробь. Корнюша, смотри, что тебя ждет, дорогой. Ничего себе, вот брат, это, брат, да. Брат, ты зачем так делаешь? Что сегодня делаешь вечером? Гуляю.
Нет, я предлагаю тебе поехать ко мне домой. Так она и гуляет с тобой, говорит. А, гуляет со мной, потом едем домой. Красно-белое вино, полосатое вино, домино. Ну, я не знаю, как у тебя рабочая схема есть какая-нибудь, которая заходит в телку? У меня такая, чисто привел, блядь, ну, как бы снял трусики и все. Ну, вот, так и будете сегодня делать. Да, Мариш, будем делать сегодня так. Да, будем так делать. Будем. Ништяк. Все, замечательно. Это такой подарок. Ну что, пупсики, чё ебанечки-то такие кислые? А ну-ка все вместе. Мы счастливы! Мы счастливы! Мы счастливы! Вот так, другое дело. Вот на этой прекрасной ноте я вас тогда вот тут высаживаю. Смотри, котик, мы нашли тебе какого мужчину, да, адекватного. А тебе, Корнешка, наконец-таки нашли самую праведную, честную, настоящую, порядочную женщину. Какую ты искал всю жизнь, наверное. Все, братцы. Все, я давайте. Подписывайтесь на канал, спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо, да? Брат, это самый крутой подарок, брат. Все, давайте, наслаждайтесь, ебитесь конем, идите отсюда нахуй. Все, давайте. Кисуля, давай не расчёт. 90 тысяч рублей, блядь. 90 тысяч рублей, блядь. Понятно? 90 тысяч рублей, говорю. Слушай, смотри мне в глаза. Все, будь счастлив. Ой, сделай его самым счастливым. Все, давай, выходи, он, блядь, сейчас уже в шоке. А где Максим? Давай, малышка, ручку. Моя красавица на 30. Все, давай, брат, обнял, отдыхай. Подарок судьбы, спасибо, брат, я рад, ура! Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не пропускайте следующий ролик, это будет очень горячо.